Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю мини-пышки на кислом молоке. Эти пышки, они универсальные, их можно кушать вместо хлеба, с первыми блюдами, вторыми блюдами, с чаем, с молоком, с медом, с джемом, с чем ваша душа пожелает. И готовятся такие пышки легко, просто и быстро. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте. Не забываем ставить лайки. Давайте начнем готовить. Для начала к кислому молоку я добавляю яйцо, соль, сахар и все слегка взбиваю венчиком. Сюда же добавляю соду и все перемешиваю. В полученную массу порциями добавляю муку и замешиваю тесто. Тесто у меня готово. Вот такое оно должно у вас получиться. Теперь руки нужно немножко припылить мукой. Беру небольшое количество теста и формирую лепешку. Вот такие получаются лепешечки. Их сразу же нужно выкладывать на разогретую сковороду. В сковородку я налила небольшое количество растительного масла. Масло у меня уже разогрелось. И как только вот я сформирую лепешечку, сразу же выкладываю ее на сковороду. Пышки я буду обжаривать на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Первая партия пышек готова. Они у меня подрумянились и с другой стороны. Готовые пышки я выкладываю на бумажное полотенце для того, чтобы убрать лишнее масло. И таким образом я обжарю все остальные пышки. Мини-пышки на кислом молоке готовы. Вот такие румяненькие, замечательные получаются пышки. Посмотрите, какие они пышные. Они мягенькие, очень нежные. Вот так пышки выглядят внутри. Они пористые. И пышки очень вкусные. Эти пышки чудесная замена обычному хлебу. Пышки можно кушать с первыми блюдами, со вторыми. Просто так их можно кушать. Также с любимым джемом, с медом, с вареньем, с молоком, с чаем, с чем ваша душа пожелает. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления пышек, и вы их приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!